Всем здорово! Сегодня я сниму обзор на ИСА 7-го, 10-й уровень. Он у меня элитный, хотя он у всех должен быть элитный. Вот. Экипаж у меня еще, по-моему, тут стоит с кваса, когда я еще давно тут закачал. Вот, танчик такой. Вроде как неплохой, но есть и лучше. Вот. Все говорят, что этот танчик качают все школьники, когда только заходят в World of Tanks, они сразу качают эту ветку. И сегодня у нас в гостях еще крутой обзорчик танков. Это Hotman Noobik. Здорово! Ладно, в общем, тут я думаю, вам ничего объяснять не надо, я только устанавливаю. Ну, исследовать я тоже думаю. В общем, вот тут можете характеристики. Максимальная скорость 60. Да ладно, 60. В общем, зашли мы в бой. Тут пинг до 300 подскочил. Какое Олега давление? В принципе, тут есть 8 уровни. Так что я смогу... Кто есть? Есть. В принципе, я смогу попробовать даже что-то тут наделать. Шамай. Уже засветился, да как так, ёшкин кот? Так, ну вот видите, он в горочку, да, почти 60 едет. 16 километров даже гонит. Ну а сейчас даже с горки посмотрим, сколько он максимум погонит. Поеду-ка я сюда, короче. Ну что-то он, короче, вообще 60 не гонит. Это не маневренный, короче. Смотри, сейчас горку поеду. Да, значит, гоним. Кстати, что я хотел сказать. Я тут посмотрел предыдущие свои обзоры, и там я нашел на двух видео, на одном один дизлайк, на втором два. И меня это очень сильно огорчило. Очень. Я плакал всю ночь. Математику не смог решить. Нахер. Чё по пушке? Ну, пушка вроде нормальная, чё-то даже может. Ну, в принципе, вполне нормально. Стрелять цель. Смотри, сейчас и 7. Выскочит. Не светанут, можно тут постоять, постреляю. О, арты все равно нет, ну значит можно постоять. Уже шкафинул всех. Скучу. Можно свои постоять. Это такое тоже есть. Это же... Коли тебе. Встали бочины, кстати. Слушай, если я так следую, я же себе бусы не сломаю. Ты не сломаю. Я тоже. Тихо. Я перевернулся полностью. Ой, застрял. Пылесос, чтобы эти руки. Смотрите, какой он опасный. Из него идет дым. Тут, короче, две трубы. Прямоток, короче. Вот. Он просто... Гудит как зверь. Кроссовый. На МС похож. Если вас, короче, на дороге остановят, вы скажете, что это кроссовый, что вы на нем по лесу катаетесь и уедете, короче. Вот. И не будет никаких проблем. Так. Да ёшкин кот, что за горки? Что-то не понял. Вот тихо. Ах, ты... Ну вот опять обманули. Ну зачем? Ох, засветился. А, даже не добил. Почти. Что?
Там у него целых 140 кп было. Так что вот. Ну если бы, конечно, они в него не стреляли, я бы его даже в лоб разобрал. Воин, короче, воин твой. Да, воин, короче, мой сейчас будет бычата просто это разберу. Так что это там? Кто вроде стоит, гонит. Так. Так, в принципе, сейчас этого иса разберут. Я думаю, нет, объект меня кинул. Ну, скотина. Так, вылез тогда. О, бочина едет. Вот. Это я дебил, да? Чуть-чуть едет. Зачем я отлично выиграю? Да ё-моё! Угадай. Я один! Ёшкин кот! Тебе надо тащить. Не пробил, да ёшкин кот! Я сейчас тут... Кого не пробил? Вот это говно! Маленькое вот это. Три, два... Ну давай! Опять не пробил. Походу! Не знаю. Еще и... Ну как так? Ну в общем, если бы я меня не закинуло в бой к таким нищим... Если бы я под калиберный купил... Смотрите, что я тут наделал. Из 7. Ну ё-моё. Вот Е50М. Засчитывается. Рикошет от выстрела противника, не пробитие. Так, что-то не пойму. Ну ладно, вот я тут даже два раза стрельнул. 173 нанес. И 463. Вы понимаете, да, какой я опасный? Ой, ну вот это не надо только смотреть, то я так чисто. Ну, что вам сказать? В принципе, танец неплохой. Надо уметь играть. Сейчас я научусь хорошо играть и буду тащить на всех танцах. Просто я давно играл и забыл, как это делать. Все подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а не дизлайки. Подписывайтесь на канал Котмен Нубика, я оставлю ссылку в описании. И всем пока.